Так, ребят, всем привет, с вами Серега. Сегодня я выбрался поставить петли на зайца, ну и заодно показать вам, как найти тропу заячью. Так, я делал уж петли, взял. Там у меня есть тоньше проволочка и толще трохи. Сейчас піду, я же тут один раз ходил, просто дивився ловушки, там ничего не было. Сейчас піду, подивлюся петли. Поставим. Тут есть уже одна тропа у меня. Все, она идет. Тут такие лески, посадочки типа. И через них тут идут. Идет одна такая тропа хорошая. Пробуем поставить, не знаю. Будет, что-то не будет. Но все равно. Попробовать надо. Все равно. Ребят, пусть тропа. Так. А, переходим. Я тут ходил уже, дивився. Думайте по моим следам. Так, ребят, ось тут ось там тропа йде. И сейчас, как только вы зайшли и побачили тропу, надо шукать место, где можно будет поставить вашу петлю. Тут я ходил уже, можете бачить. Стараемся, кстати, на заячьи следы не наступать. Сначала я думал десь тут поставить. Но потом сюда дальше и шел. И оказывается, она идет тут через кущи. Так, сейчас мы... Давайте. Ага. Не перейдешь. Тут две тропы какие-то, походу. Или две тропы, или он тут так бегает. Поставим, значит, там и вот там. Так, только сейчас надо найти какое место, где тут и перейти можно. Потому что тут она раздвоилась. Давайте тут. А, подальше остановимся. Также, что нам для всего понадобится? Перчатки обязательно. Можно, конечно, их даже хвоей помазать или еще чем-то, какой-то травой сильно, яка сильно пахнет. Так, пусть тут есть такое место. Так. Сейчас оттуда этого деревца привяжем, будем ставить. Все равно аккуратно перейду. Па! И вот тут, ось, бачите, просто что? Так, как-то получилось. Так, давайте. Сейчас сумочку сниму. Я с собой всегда беру. Так, вам понадобятся перчатки. Ось у меня тут петли. Вони у меня тут были и в елочке, там и в траве такой, в полині. И сейчас я положу их, чтобы хвои трохи было тут. Так, ребят, сейчас я привяжусь сюда и покажу, что дальше делать. Ну, я думаю, как привязывать, вы уже знаете. Тут ничего такого рассказывать не надо. Пока выключаюсь. Так, ребят, поставил я вот так вот петельку. В принципе, сейчас чем-то уже поправлю, чтобы она ровнее стояла. Вот так вот здесь от земли, то есть недалеко. А у меня велика. Так, сейчас надо какую-то палочку. Вот тут березка рядышком. И тут палочки можно взять. Поправляем ее так, чтобы она стояла у нас более-менее ровно. Теперь тоже аккуратно, ребят, делаем все это. Так. Конечно, в перчатках не дуже удобно. Но если без перчаток делать, то можно ваш запах понюхать, почуть. Так, вот я сделаю, ребят. Ставите у нас одна петля. Надеемся на то, что что-то поймается. И также берем десь тут веточки эти всякие. И аккуратно тут вот так вот закрываем проход, чтобы он тут нигде не прошел. Тут можно прям все деревце отломать. Чтобы он не обошел нашу петлю. И с другой стороны, в принципе, тоже можно, но... Так, сейчас я тут этот веточек наломаю. И снег. Так, сейчас я возьму сумочку. Конечно, кину ее так, я надеюсь. Ничего, сейчас мы так снежком трошки подкидаем с места. Перекидываю
Только сразу туда. Так, и тут вот так маскируем наши следы, ребята. То есть подметаем только, чтобы не было видно. Так, сейчас. И сюда, на эту сторону тоже сделаем вот так. Чтобы тут не так не пробег, а бег именно по тропе. Тут у меня стоит уже одна петля. Вот так вот. Так, я сейчас иду. Даже елочку. Тут у меня есть такая елочка. Возьмем. Подметаем вот так следы. Чтобы не было видно, что мы тут подходили. Там, конечно, ничего так не сделаешь. Особо. Ну, тут можно. Подметать еще. Так. Ну вот. Ребят, подмело. Чтобы не видно было. Сейчас пройдемся еще уже дальше. Тут можно было, в принципе, ну хай там стоит одна. Так. Давайте, наверное, не тут, а, ребят. Тут мы одну так поставили. Идем поставим в том же самом леску. Только чуть-чуть поставим подальше. Тут ближе до дороги тут получится. Так, сейчас я подумаю, где тут. Тут, наверное, будем. Надеюсь, тут хватает нам. Давайте тут поставимся. Ребята, вот тут я сейчас еще поставим. Сейчас я выключу пока телефон. Так, и буду ставить. Поставлю, покажу вам, как тут получится все. Так, пока выключаюсь. Ребята, установил я все. Стоит он, конечно, трошки кривенько, но я думаю, это ничего. Также я забыл тоді сказать, вот тут, как привязываете, тут кончик оставляйте, трошки, чтобы был свободной проволоки. Чтобы зайти так, не размотал. Оценил трохи следы тоже. Так, и пішли тоді дальше. Сейчас, может, еще десь одну поставим, чтобы это темнее. У нас стоит тут две петли. Может, как-то поймаете. Давайте тут перепрыгнем так аккуратно. Так, и будем. Так, тут тоже какие-то следы. И ты дивиться. Также я еще видео, может, если хотите, конечно, пишите в комментариях. Видео еще выпущу вам. Попробовать хочу поставить петли на месте там, где на поле десь, короче. Там, где дерев немає, немає як прив'язати. І хочу показати вам, як так можна прив'язатися. Так, ось тут сліди йдуть. І ось тут йде, наверно, тропа. А може і ні. Щось тут мало. Там таке натоптане більш-менш було. Ну, у нас хоть зайцы цей вот бегают, и то хорошо. Кстати, зайцы, если что, ребят, он бегает, когда... О, вот тропа идет. Ребят, дивите. Давайте. Давайте, там пусть какие-то есть. Снизу. Ага, о, ребят, интересно, такое место есть. Сейчас я аккуратно спущусь. Так, опа. Ось тут я вон тоже бегаю. Дивіться, тут така тропа хороша. Прив'яжемося до цього деревця, наверное. Надеюсь, він його не поламає. Так би як вам, конечно, аби камеру поставити, ну це на вдох. Ну що, може, скоро вибух покаже вам. Ось тут він якраз сюди прибігає ще. Ладно, зараз поставлю і покажу. Так, ребят. Ось я поставив її. Зараз пішли, вам куропаток покажу. Короче, сижу, я чую, щось кричить. То походу куропатки. Зараз може навіть ловушку сходом провірити. Може, не буду.
Так, ось ми поставили, так дивіться все як і там. Ось прив'язуємо до деревця, ставимо петлю, так ділимо, щоб вона опиралась. Стояла. Пішли тихенько щось. Пакетик десь тут, мабуть, оставлю, ребят, зараз тихенько буду балакати. Шелестить. І підемо подивимося. Тому що, судя по звукам, там куропатки сидять. Ось тут теж заєць бігав. Давайте пакетик. Так. Перчатки, мабуть, зніму. Щоб вам показати. Не знаю, може там, звісно, якась друга птичка. Мені кажеться, там куропатки сидять. Так. Та-да, ребят. Походу куропатки. Вон. Да, ребят, щось там є, не знаю, вам чуть. То знімати. Надіюсь, ви побачите. Завтра, може, прийду перевіряти. І поставлю сілки на них. На куропаток. Щось десь тут вони, мабуть. Може, звісно, і не вони. Але все-таки цікаво подивитися. Темновато вже. Щось пищало таке, як на них похоже. Пока що не видно. Може вони, звісно, десь не тут були. Ні, ребят, немає. Не, наверное, не так кричала. Ну я чув таке щось. Кричала. А, пішли, ребята. Буду вже йти. Це ж вже пізно. Ще треба додому дойти. Що, петлі ми сьогодні поставили з вами? Подивимося, що у нас буде. Попадеться щось, ні. То що, інтересно дуже. Я раніше в тому году, можете відео там подивитися. Ми пробували теж ставити. Ну, ставили ми, звісно, не так, не на таких слідах. А ставили ми на обичних, тому що в нас в тому году, як такових, тропи не було. Так. Надіятимемося, що сьогодні буде мороз. Обично, коли мороз, зайці починають бігати по тропам. Будемо надіятися, що попадеться нам. Хоча б один. Ось теж, хто знаєш. Подивимося, значить. Странно, хоропа такий тим, що, звісно, не втеплився за це время. Ось теж заєць, походу, біг. Також, ребят, хочу вам ще кое-что показати, інтересно. Зараз тільки дійдемо до слідів заєчих. Так, де вони у нас тут? Ага, ось є. Хороший пример такий. Ось, ребят, сліди заєчих, хто не знає, можете подивитися, як вони виглядять. І хочу вам розказати, зараз пистренько, куди він
Бежите, все, так и есть след. То есть сначала можно, конечно, подумать, что он бежит в ту сторону, да? То есть в ту сторону он побег и все. Но на самом деле он бежит туда. Это его тут передней лапкой становится, а вот тут задней. Вот такая интересная штука. Я сам раньше, кстати, думал, пока не нашел в интернете, что они сначала туда бегают, ну, в ту сторону. Ну, как оказалось, все с точностью да наоборот. Так, а где я? Ага. Сюда я зря пишу, наверное. Ну, ладно. Блин, ребят, только пишу вот туда, и что-то опять там начинаю пищать, похоже на куропаток. Ну ладно. А я же, может, завтра сделаю еще на них петли, на куропаток. Поставим. Ну, на зайца мы поставили трошки. Потом еще. То, что сейчас уже темно, пока я еще поставлю. Так что, ребята, не забываем подписываться на канал. Там кнопочка внизу есть такая. Подписаться. И ставим лайки. Ну и всем пока. Кому понравилось такое видео, пишите в комментариях. Буду снимать еще.